Правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых. Несмотря на снижение инфляции и инфляционных ожиданий, основная ставка оставлена без изменений с целью обеспечения формирования инфляции до конца года в прогнозном диапазоне на фоне сохраняющегося ценового давления, связанного с факторами спроса. Очередное заседание правления Центробанка по рассмотрению основной ставки назначено на 14 сентября. Текущего года. В ходе пресс-конференции было озвучено, что с начала года инфляция имела тенденцию к снижению и в июне составила 9% в годовом исчислении. Инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства также снизились и в июне составили 13-13,5%. Инфляция поступательно снижается. Общий уровень инфляции в июне составил 9%, в то время как в мае этот показатель составлял 10,4%. Однако базовая инфляция замедляется не такими быстрыми темпами, как общая инфляция. И это связано в первую очередь с тем, что присутствуют высокие потребительские расходы, высокая потребительская активность среди населения, которая была подкреплена высокими темпами кредитования экономики, ростом заработных плат, пособий, а также бюджетных расходов. Экономический рост в первом полугодии текущего года составил 5,6% и был выше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам июня текущего года объемы кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличились в 1,7 раза по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Выделенный в первом полугодии этого года объем корпоративных кредитов составил 116 триллионов сумов и вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно обновленным прогнозам, с учетом продолжающейся адаптации экономики к внешнеэкономическим условиям и сохранения некоторой неопределенности, рост реального ВВП в 2023 году ожидается на уровне 5-6%. При этом рост доходов населения, фискальные стимулы и высокая активность в сфере услуг будут основными драйверами экономического роста. В рамках базового сценария макроэкономического развития прогноз инфляции к концу 2023 года оставлен без изменений на уровне 8,5-9,5%. Центральный банк сохранил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых. Во-первых, данное решение принято в связи с тем, что по-прежнему сохраняется ценовое давление, несмотря на то, что в мире продолжаются процессы по снижению цен на сырьевые товары, а также улучшаются цепочки поставок. В экономике отмечается высокий потребительский спрос, что создает риски для инфляции. В связи с этим Центральный банк принял решение сохранять относительно жесткие денежно-кредитные условия. Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 14 сентября этого года.